нереальная кура. What the fuck? Так, курьер, доставьте мне, пожалуйста, предметы. Кто-то сегодня, видимо, Вот что я больше всего люблю, да, в паблике, это вот таких вот ДЦПшников. Вот такую вот Энигму, у которой 0.9, да, которая нафидела в говно и покупает миллион кур. Давайте посмотрим на его план, как я понял, он хочет сделать паровозик, да, смотрите, да. О, прям так красиво, кстати, у них так неплохо, неплохо так идет, смотрите. Он, видимо, хочет сделать прокоп туннеля какого-то, да. Или хочет просто бдительность врага, наверное, он хочет. Не знаю, что он хочет. В принципе, возможно, он колдует. Он, наверное, хочет призвать Будду или Ктулху. Знаете, надо быть дебил. Вот о чем он сейчас думает, этот Даун? О чем? Карусель, карусель, ла-ла-лай, ла-ла-лай, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, лай. Лол. Карусель, карусель. Видите, парень старается, кнопочки жмет. Ну это вот, это русская дота. Парень русский, но он школьник, по нему сразу было видно, по общению. Ему примерно лет 4, не больше. Зато, видите, у нас теперь есть еще щит. У нас есть реально щит, который обороняет трон. То есть этот трон не пробить. Карусель, карусель, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ой, да, пошел, давай. Пойдем в ЭРК, пойдем. Карусель, карусель. А может просто куры зацепиться и все, смотрите. То есть мы колдуем. Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, северный медведь. Победу дай, победу дай, победу дай, победу дай. Эй, у нас это, один поврежден. Станьте, дети, станьте в круг, станьте в круг, станьте в круг. Сломали круг убытки. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.